Всем привет, с вами Сума, специально для канала Сундук Геймеров, и сегодня попробуем запустить на моем слабом компе Dirt Rally от Codemasters. Сейчас мне предлагают создать новый профиль, создаем, автоматически сохраняет, это понятно. Да, соглашаюсь принять. Игра у меня пиратская версия, поэтому RaceNet у меня скорее всего не запустится. Нажимаем назад. Яркость сойдет. Пофиг, сойдет так. Имя. Давайте напишем Chest Gamers. Так, значит, Сундук Геймеров. Фамилия будет без фамилии. Фамилия. Нет, давайте тогда так вот. Имя Chest. Фамилия. Геймерс. Пол мужской, возраст мне 29, национальность я из Украины. Вот есть Украина, да. Давайте продолжить. Так, трансмиссия автоматическая, блокировка сцепления, ручная настройка добавлена к автоматической трансмиссии, резкая. Двигатель может вызвать, что делать по шпильках и других крутых поворотах. Также можно наращивать или сохранять давление на избежание турбоям. Отключено. Давайте будет включено. Контроль старта. Давайте здесь включим. Контроль старта. Будет автомобиль использовать ручной тормоз на старте, отпускать его после появления надписи старт. Отключение ДМПа, что ручной тормоз переключен вручную. Но зато вы можете стартовать быстрее. Давайте выключим. Давайте здесь пусть будет отключено. Давайте включено. Отключение камеры третьего лица ограничивает обзор только камеры в кабине и на приборной панели. Нет. ABS. Передаю блокировку колес при торможении. Можно выбрать любой уровень мощности от 1 до 5 или вообще отключить. Отключим. Давайте отключим. Система контроля тяги препятствует вращению ведущих колес при потере сцепления путем ограничения подачи газа. Пусть отключена система стабилизации. Отключена. Способствует кузова, что может облегчить прохождение поворотов. Это получается на максимуме. Весь интерфейс. Отключение всего интерфейса убирает все элементы с экрана. Ладно, это пусть будет включено, потому что мало ли что там она отключит. Сообщение штурмана обычно, раньше, очень рано, позже, обычно. Тряска камеры, пилот, ручной режим. Еще так. Так, ну что, если вы включили ручной режим, вам придется использовать их вручную. Нажмите кнопку, чтобы один раз активировать, или удерживайте в течение 1 секунды для продолжительной работы. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отключить. То пусть отключено будет, пусть сам регулирует, как ему надо. Это наш исходный рубеж. Даже имея все стенограммы на руках, вы не будете знать, что вас ждет впереди, пока полностью не погрузитесь в гонку. Этим сообщением мы
приветствовали первых игроков, и мы старались не забывать о нем во время разработки ознакомительной версии. Сначала мы считали, что выпуск ознакомительной версии — это и есть наш исходный рубеж. Как же мы ошибались? Это был всего лишь наш пробный полет. Так, теперь мы действительно на исходном рубеже, и от лица всех сотрудников компании KD Masters и всех, кто работал над игрой Dirt все эти годы, мы благодарим вас за участие. С вашей помощью нам удалось создать, на наш взгляд, самую лучшую игру о гонках по бездорожью. Без вас мы бы не справились, команда Dirt. Не срезайте повороты. Ну, без нас бы вы и так справились, потому что у меня пиратка. Так, карьера, лиги, гонки, обучение, настройки. Давайте настройки управления. Мышь отключена. Схема. Что за схема? Клавиатура. Давайте клавиатура. Подтвердить. Ладно, давайте эту. Вибрация, поворот влево. Влево, вправо, ускорение, тормоз, ручничок, shift, назад, кью, камера C, пауза, восстановить машину R, посмотреть налево. Налево посмотреть А. Посмотреть направо. Д. Page down. Вверх. Вниз. Сцепление. Чтобы говорить. Левый альт. Фары H. W — это щетки. Так. Ну, я думаю, все. Так, графика. Давайте графику посмотрим. Видео. Разрешение. Давайте оставим такое же. Мультисеплинг. Теме А отключить. Давайте такое оставим. Соотношение сторон 4 на 3. 5 на 4. 16 на 9. 16 на 9. Давайте авто оставим. Вертикальная синхронизация отключена. Так. Схема средняя, пусть будет средняя, качество дополнительно средняя, низкая, режим тестирования, это что, цикл, запустить тест, а, это проверить эти, звук, звук вот сделаем так, потому что вы меня, наверное, не слышите нифига. Речь на полную. Голосовой чат на полтинничек. Трасса. Вот так вот. Так, сойдет. То до этого меня, наверное, не слышали. Так, интерфейс. Включены километры, зеркало заднего вида включено. Ладно. Давайте начнем. А, хера начинать. Давайте карьеру начнем. Привет, я ваш шеф-механик. Здорово быть в вашей команде. Сейчас я обучу вас основам. Давай. Это центр карьеры. Когда вы будете готовы, мы сможем участвовать в чемпионатах и сетевых гонках, побеждая в которых, вы будете получать кредиты, на которые можно купить новые машины и расширить команду. Но сначала нам понадобится машина. Давайте в гараж. Гараж. Класс автомобиля. 60, 70, 80... Группа Б. Группа А. Давайте суперкары. А, 350 тысяч крон. У меня 50 всего. Давайте с самого начала. 60-е. Купер С.
Ланша, Фальвия, Рено, Альпина за 42 500. Так, двигатели сзади, спереди. Так, ладно, мощность 100, 115 и 135, 5 скоростей, заднеприводная. Ну, у нас по бездорожью, я так понимаю, давайте пятиступенчатую, самую легонькую Рено с максимальной мощностью 135 лошадей. Самую легенькую. Так, 5 скоростей, заднеприводную, без улучшений. Давайте, поехали. Отличный выбор. Как только начнется спецучастие, нам придется выполнять ремонт на ходу. Так что нам не помешает расширить команду, воспользуясь оставшимися кредитами. Так, перейдите в раздел управления командой и нажмите механика. 7500 у меня осталось. Так, механика. Механика. Сменить окраску, быстро выбора, улучшений. Постепенно набираюсь опыта в работе с тем или иным автомобилем. Мы будем разрабатывать для него новые улучшения. Чем больше вы проезжаете на той или иной машине, тем больше мы о ней знаем. Вы также можете назначить бонусы членам команды, чтобы быстрее открывать улучшения. Улучшения будут применяться между гонками. Так, снижение веса, улучшение двигателя и дополнительные настройки. Дополнительные настройки. Полностью исследование улучшения устанавливается на машине после завершения гонки. Эти двигатели. Ага, нам ни хера нельзя сделать. Давайте быструю настройку. Быстрых настроек нет. Ладно. Сменить окраску. F3. Желтая. Давайте, ладно, на черный останемся. Так, поехали. Чемпионат. Здесь можно выбрать дисциплину, в которой вы хотите выступать и просматривать подробные сведения о чемпионате. Так. FIA World Free Rally Cross Championship. Сначала доберитесь до чемпионата по ралли кросс среди профессионалов. Ага. Этот закрытый. Так, давайте открытый чемпионат. 6 гонок. Ну, давайте, понеслась. Выберите окраску. Ну вот, я купил вот этого. Поехали. Ну, кажется, начнем. Пользуйтесь автоматической коробкой и пытайтесь понять, как включить заднюю передачу. Затормозите так, чтобы машина остановилась. Отпустите тормоз, а потом нажмите на него еще раз. Ну, ладно, попробуем. Ну, пока я показываю в среднем 60. 90 кадров. Сейчас посмотрим, что нам будет. Так, спецучасток 1, Аргалида, Греция, Qualified Daphne. Понеслась. C-Gamers на первом месте. Я думаю, так мы останемся. Так, перейти к шейкдаун. Шейкдаун, не знаю, что это такое. Настроить машину. Ладно, давайте уже начнем. Газу, газу, газу. Опа. Блин. Секундочку. Сейчас определимся. С видом. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! 7, 6, 8,
Вправо 5, 80, вниз под брус неба. Лево 6, через трамплин 60. Секундочку. Опасно, право 5, 60. 5, 60. Право 5, не резать. Опасно, лево чуть длинный. На развилку лево 3 длинный. Вау. Куда-то меня снесло. Так, а ну секундочку. Параметры. Элементы управления. Посмотреть назад. Не то. Интерфейс. Не то. Графика. Качество. Не то. Интерфейс. Зеркало. Не то. Элементы управления. Назад. Восстановить машину. Фары. Не то. Настройки. Камера третьего лица включена. Ну и... Мать его. Хорошо, хорошо, повлияет. Да и хер на него. Во, вот это по-нашему. Направо 5, не резать 60. Направо, ты же говорил. Сраный штурман. Как я тебя на 60 поверну? Ты думаешь своей головой? Направо 3 длинные. Ну тут я поверну на 60, а там... Опасно, лево 5, не резать. Право 4, держись наружу. Блин, уже штрафов нахватался. Опасно, право 6. Сразу левая шпилька. Вверх. Право 4. И правая шпилька. Налево 6. Трамплин подброс. Право 6, через яму 60. Левая шпилька вокруг дерева. Да, огонь просто. 100 вверх. 100 вверх. 100 метров. Право 6, трамплин 80. Лево 6, чуть длинный. Да что так ты вообще не тормозишь, а? Я даже забываю в некоторых моментах. Левая шпилька 80 через трамплин. Что мне штурман говорит? Право 6, 60. Да чтоб тебя. Правая шпилька 150. Короткий трамплин. Лево 6, длинный трамплин. И опасная развилка. Право 3 усложняется. Да я... Узко. Узко. Лево 4 длинный, широко, не усложняется, прыжок. Направо 4 длинный, усложняется в 3, не резко. Да чтоб тебя, давайте заново начнем. Что за хрень?
5, 4. Лево 6, 80. Право 5, 80. Вниз подброс яма. Лево 6, через трамплин 60. Опасно, право 5, 60. Право 5, не резать. Опасно, лево 4 длинный. На развилку лево 3 длинный. Ёпта. Направо 5, не резать, 60. Право 6, длинный, через трамплин. Лево 6, 60. Вообще огонь, 6, ребята. Этот штурман еще, право, блин, 6, на 8 60. Ходов вперед разговаривает, блин. Лево 6, трамплин. Направо 3, длинный. Или я машину не ту купил за шара. Бля, я вообще носит, блин. Короче, надо было полноприводную брать. Лево 4, длиной 90. Опасно, право 6. Сразу левая шпилька. Вверх. Право 4. Вверх, право 4. Налево 6. Трамплин подброс. Право 6, через яму 60. Да помедленней ты можешь. Левая шпилька вокруг дерева. 100 вверх. 100 вверх. Хорошо, давай, если разгонимся, 100 будет. Лево 6, чуть длинный. Это жопа полная. И опасно, право 6. Да тут налево лево только 6. Лево 80, через трамплин. И трамплин, возможно, прыжок. Право 6, 60. Ваш пи. Вот ребята, я вам советую не выбирать это говнище, а не машину. Я опасно развилка. Право 3 усложняет. Прыжок 60 вниз. Не машина, а говнище полное. Прыжок. Тут на крыше, блядь, направо поездка. Усложняется в 3, не резать. Налево 6, 80, прыжок. Блин, лучше бы я какой-нибудь аркадный режим выбрал, чем... Лево 5, вот это. 60. На реалистичном режиме. Лево 6. Это вам не Need for Speed, мать вашу. Длинный, не резать, вверх. Да, это вам не Need for Speed. Лево 6, маленький прыжок. Право 6 и лево 6. 100 вверх. 100 вверх. Лево 6. На 2 минуты отстаю, ёпта. По времени. Опасно, право 4. Не резать, держись по центру. Да что бы тебя? Ох ты! Лево 6, 100. Какой лево 6? Тут еще вправо не повернул. На развилку левая шпилька. Вау! Направо 6, 80, через трамплин. Да, полноприводную, может быть, и не так выносило. Ремонт прокола. Какого нахер колеса попробивал?
Вообще жопа. Опасно, направо 4. Не резко, держись по центру. Что, нафиг? Столб, столб. Да чтобы тебя. Штраф 11 секунд. Финиш. Ну, я вообще-то... Ну, сколько я тут опоздал? Минут на 5? На 4 минуты. Давайте начать заново. Осталось 4000 крон. Параметры. Звук. Так. Музыка, музыка, эффекты. 50. Двигатель 50. Трасса 50. Все. Вроде бы. Давай. Окей. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Лево 6. Поехали. Лево 6, 8. Вниз подброс яма. Оу, вот подброс яма была. Лево 6, через трамплин 60. Опасно, право 5, 60. Право 5 не резать. На опасно, лево чуть длинный. На развилку лево 3 длинный. Лево 3 длинный. Направо 5, не резать 60. Право 6 длинный через трамплин. А можно машинку другую выбрать. Лево 6, 60. Лево 6, 60. Право 6, 60. Лево 6, трамплин. Направо 3 длинный. Вообще жопа этот меня... Сбивает с толку, в какую 5, сторону 5. Поворачивать. Право 4, держись снаружи. 60 через трамплин. Лево 4, длиной 90. На 30 секунд отстаю. Опасно, право 6. Сразу левая шпилька. Левая шпилька. Вверх. Право 4. Правая шпилька. Да. Налево 6. Трамплин подброс. Право 6 через яму 60. Право 6 через яму 60. Через яму 60. И левая шпилька за деревом. Что вверх? Что вверх? Право 6, трамплин 80. Лево 6, чуть длинный. Да что это так носит, а? Что там, 6 длинный? Право 6. Левая шпилька 80 через трамплин. И трамплин, возможно, прыжок. Право 6, 60. Фу, вообще путаюсь с этим штурманом. Короткий трамплин, лево 6, длинный. 50 секунд отстаю. Бляха. Газу, 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 газу. Прыжок 60 вниз. Ну, можно заново начать. Пуска. Выбрать машину. Не хочу я эту. Хочу... Лево 4 длинный, широко, не усложняй, прыжок. Направо 4 длинный, усложняй. Хочу полноприводную. Налево 6, 80, прыжок. 4 право, право 3. Лево 5 длинный, 60. Лево 6. Лево 6. И право 4 длинный, не резать, вверх. Лево 6, маленький прыжок. Право 6 и лево 6, 100 вверх. Вообще. Лево 6.
Минута разницы, а ты срань. Да. Так хорошо я шел. Чуть зацепился. Трамплин 80. Опасно, право 2. Чуть длинный. На развилку левая шпилька. Направо 6. 80. Через трамплин. Опасно, направо 4. Нерез, держись по центру. Это левая шпилька, стоп, когда была? Стону финиш. Опасно, право 4. Нерез, держись по центру. Ух ты! Сто на финиш. Я понимаю, что сто на финиш. Но уже лучше. Уже не последний. Уже шестой. Так. Ладно, давайте продолжим. Не будем мозг себе компенсировать. В каких-то участках, может, победим. Так. Ну давайте. Загружается. Так, открытый чемпионат. 60-е годы. Арголида, Греция. Паро, Помона, Экрикси. 2 из 4. Так. Полдень солнечно. Длина трассы 5 километров. Разница в высоте плюс 215 метров. Крупный гравий. Так. Секундочку. Так, ребят. Продолжаем наши гоночки. Отходил поссать. Вот. 5. 4. 3. 2. 1. Понеслась. Право 3. Длиной 100. Лево 6. Возможно, прыжок. 100. Воу-воу-воу-воу. Право 6, через яму 80. Разворот на 360, и мы дальше в пути. Опасно, лево 5, прыжок. Лево 5, прыжок. 60. Лево 3, чуть длинный, 60. Прыжок был. Лево 4, продолжается вдоль перекрестка, широко. И лево 5. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ручник был зря нажат. Право 4 на 3. Сразу развилка. Право по 90. Нерезать. Ай-яй-яй. Улетел в космос. Право 5. Чуть длинный. Налево 6. Чуть длинный. 60. Трамплин налево. По 90 поздний. Нерезать. 80. Право 6, через яму трамплин. Направо 5 длинный. Налево 1 длинный. 16 секунд отстаем. Право 4 усложняет. И право 5 чуть длинный, 80. Понеслась. Право 2 на 1, 60. Право 6 через трамплин. Лево 4 длинный. И лево 2. Широко 60. Лево 5 длинный через трамплин. Право 6. Лево 6 продолжается через прыжок. Опасно, лево 6, прыжок. Держись по центру. Лево 6. Направо 5. Нерезать 60. Развилка право 2. Налево 2. Широко длинный. Налево 6. 26 секунд направо отстаем. 6. Налево 6. И опасный право 5. Сложняет. Нерезать вдоль перекрестка. Налево 90 через брод.
Через брод налево 6. Я тебя понял. Почти. Разбивка бы выровняться. Налево 2. Усложняется. Налево 6. Право 3. Чуть длинный через яму. Налево 3. Длинный. Развилка право 5. 60. Право 5 длинный. Направо 5 длинный. Правая шпилька, 60. Яй-яй-яй-яй-яй. Блин, минуту опять отстаю. 100%. Левая шпилька. Направо 5 длинный. Направо 5. 40. Вдоль перекрестка осторожно. Лево 3. Право 4. Не резать. Лево 3. Чуть длинный. Не резать. 60. 53 секунды. Я же говорил минуту. Лево 4. Длинный. Через трамплин. Держись внутри. И право 6. 60. Опасно. Право. Шпилька 100. Да тут и до шпильки. Правая шпилька 100. Лево 6. Право 6. Через подброс 60. Внимание, полицейские развороты погнали. Вообще огонь. Зачем я эту тачку взял? Опасный лево 6, чуть длинный. Трамплин, прыжок, держись по центру и лево 6. На развилку резко право, 40. По-ровному даже не смог выехать. Право финиш. Фу, япона мать. Еще две трассы. Здесь я был пятым. В общей стати пятый. Ну ладно. На 4 минуты отстаю в общей сложности. Так как я его обгоню, да никак. Представляете себе, сколько трасса. 7 километров. Ты его должен за 3 минуты пройти трассу. Хотя бы вторым стать. Ладно. Закат. Еще. Ох ты, вообще огонь. Усложняют и усложняют. Давайте. Поехали. Начать. Да, давайте починим. Дать нам на указание о ремонте, если вы не уверены, можете нашими рекомендациями. Я понял, ладно. Давайте рекомендации. F4. Применить. Ладно, начать. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Опасно, лево 4 длинный. Держись по центру. Направо 4, чуть длинный. Не резать. Держись правее через трамплин. Лево 4. Тише, длинный. Тише, тише, тише. Опасный право 2 длинный. Держись по центру. 170. 170. Как бы давно бы так. Опасный прыжок, право 5. Усложняется, не резать. Вообще. Налево 6, длинный.
80 через 100 процентов. Ну. Право 6. Налево 6. Направо 5. Усложняется. Перерезать. Опасно лево 2. Узко. И скользко. Держись по центру. Тут вообще надо... Не то, что не резать. Тут... Прыжок. И держись левее через трамплин. Тут вообще надо... Опасно трамплин. Направо 6 на 5. Узко. Левое 3. Длинный. Бля, ее носит. Капец. 60. Капец. Потерял километр. Ой. Вообще времени огонь трамплин потерял. Прыжок. Право 3, длинный, 60. Лево 2, длинной 80. На закате дня я еду. До этого мне не фастит. Держись левее через трамплин. Право 6, длинный. Налево 6. И право 2, чуть длинный, не резать. Да что бы тебя... Лево 3, длинный. Держись правее. Через трамплин 80. Ну, 2 минуты. Право 6, отстаю. Какое там первое место? Хотя бы пятое не потерять. 80. Пятое я потерял 100%. Лево 6, 80. Короткий трамплин. Лево 6, 80. Право 2, длинный, не резать. 150. Опасно, держись правее через трамплин. Возможно, прыжок в той перекрестка. Лево 4, чуть длинный, не резать. На короткий трамплин, подброс. Налево 5, чуть длинный. Направо 6. Налево 6, через подброс узко. Держись по центру. 60. Дальше, вы говорите... Чей, понимает, что штурман говорит. Лево 6, чуть длинный. Лево 6, лево 7. У меня пятиступенчатая коробка. И право 5. Чей такое резать. Лево 6? Налево 5, чуть длинный. Степень опасности, типа? Направо 5, чуть длинный. 80. Держись левее, чуть длинный. 80 это скорость. Направо 1, длинный. Направо 1... Желтый значок. Лево 4, чуть длинный. 60. Через трамплин возможно прыжок. Лево 6. И право 1, длинный. Да вообще жопа. Трамплин. Лево 5. Полная право, жопа. Не резать. Лево 6, длиной 80. Усложняется в 5, 60. Полная жопень. Фу, ну давайте, ладно, право доедем 2, уже как-нибудь. Ух ты, ёпта, на 2.40. Отстаем. Налево 6, 130. Лево 6, 130. Держись правее вдоль перекрестка. Через подброс узко. 100. Право 6, опасно. Медленнее. 60 через трамплин. Право 4, не резать. И лево 5, длинный, вдоль перекрестка. Право 6. Лево 6. Опасно, 100. Держись левее, держись трамплин. Право 4, длинный, не резать. Опасно, лево 6, трамплин. Возможно, прыжок. Лево 6, держись внутри. Право 6. Лево 6. И лево 4, чуть длинный. Право 5. Вообще жопень. Полная жопа. Лево 1, длинный. Усложняется один. Так себе и машину не куплю. Да, машина мне... Другой не видать. Право 6, 60. Лево 6, 60. Лево 6,
и опасный подброс. Узко. Лево 6. Да, уже до финиша доехать. Правый 6, длиной 80. Усложняется в 5 и продолжается. На левый 3, длинный. Правый 6. Держись левее. Через короткий трамплин 60. Через правее через трамплин. И опасно, лево 6. Направо 1, длиной 100. Бу. Что это было? Лево 5, чуть длинный. 80, трамплин. Право 6, длинный. Налево 6. И право 6, длинный. Развилка, лево 1. Фу. Полная жопа. Последняя. Не последняя, десятая так. Ну все же. Я. У, шестое место. Ну, хоть в десятку, может быть, попаду. Давайте последнюю трассу. И помчимся. Давайте последнюю и будем закругляться, потому что уже видео, наверное, долго. Если 21 минуту мы едем, ну, минут 25, наверное, видео. Плюс сейчас минут 10 еще будем ехать. Так, давайте четвертый спецучасток, подождите. Попробуем изменить управление, выбрать схему, влево-вправо. Так, а есть помощь там, я не знаю. Вот тут что-нибудь отключено. Контроль старта включенный. АБС. Ладно. Так. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Старт. Право 4. Через трамплин прямо. Через 100. Уже так как-то лучше будет. Сто через яму. Право 4 на 3. Лево 4, чуть длинный. Отрицательный 60. Так, кажется, немножко легче. Право 6. Лево 6, не резать. 150. Опасно. Узко лево 5. Не резать. Отрицательный. Право 6, длинный. 150. Ай-яй-яй. Да, опасно, так немножко легче. Прыжок и притормози. Левый один. Ёп. Кирпич.
1 длинный. И право 3 длинный. Нерез широко через трамплин 60. Внимательно. Право 6. Налево 5. Нерезы вдоль перекрестка. На трамплин. Право 6. Налево 5 длинный трамплин. 80 трамплин. Право 6 длинный. Усложняется в 5. Нерезы. Трамплин. Возможно прыжок. 60. Развилка право 3. Нерезать. Трамплин. Возможно прыжок. Лево 6. Направо 5 длинный. Да, полная жопа 60. С этим штурманом. Потому что я его не понимаю. Ни хрена. Право, это налево понятно. 5, право. 5, 3, 5, что это 5, такое? 50. Лево 6. Опасный право 6. Внутри камень. 200. Право 6 через подбросы. Лево 5. Право 6. 120. Что жопа? На минуту отстаю. 60. Лево 1, чуть длинный. Право 6, чуть длинный трамплин. Направо 6, чуть длинный. Усложняется в 4. Лево 6. И трамплин. Направо 5, чуть длинный. Усложняется в 2. Не резать. 60. Лево 2, длинный. 60. Право 2, длинный. Не резать. Трамплин. 80. Лево 5, длинный. Трамплин. Возможно, прыжок. 80. Опасно. Лево 4, длинный. Держись по центру. Направо 4, чуть длинный. Не резать. Держись правее через трамплин. Лево 4, длинный. Опасный право 2, длинный. Держись по центру. 170. Чего 170? У меня тачка так не разгоняется. Опасный прыжок право 5. Усложняется. Не резать. Лево 6. Налево 6, длинный. 80 через подброс. Право 6. Налево 6. Направо 5. Усложнение. 2 минуты отстаем. Налево 2. Узко. И скользко. Держись по центру. Налево 6. 60. Трамплин. Прыжок. И держись левее через трамплин. Опасный трамплин. Направо 6 на 5. Узко. Лево 3. Длинный. Возможно, прыжок. Право 3, длинный, 60.